Добрый день. Шаббат шалом, простите. Великодушно. Вовремя покаялся, да? Спасибо, хорошее слово было. Да, на самом деле мы давно знакомы с Валентином. Мы еще друг друга знали, когда мы не были в группе «Блестящие». Мы были в группе «Кучерявые», да? Это было давно. Большое спасибо. Для меня это привилегия сегодня служить. И слава Богу за большие часы в конце зала. Друзья, хотел бы поделиться сегодня с вами словом. И пообщаться с вами на такую тему, которая записана в Евангелии от Иоанна во второй главе. Очень интересная история, для многих противоречивая, для кого-то непонятная. История о браке в Кане Галилейской. Ого, так и да. И интересно, что вот когда читаешь Писание, знаете, на что обращаю внимание я? Когда читаем мы о тех встречах, которые были у людей с Иисусом, это потрясающие встречи были. Встречи, которые кардинальным образом меняли весь образ жизни. Я думаю, то же самое произошло у нас, когда однажды Господь пришел в нашу жизнь. Да, конечно, мы говорим, что мы нашли Его, но если так поразмыслить, то Он, в принципе, и не терялся. Да? Потеряны были мы. И слава Богу, что однажды Он пришел в нашу жизнь и изменил ее кардинальным образом. Мы можем слушать много проповедей, мы можем быть на многих служениях, но когда Иисус приходит и прикасается к нашей жизни, это особенный момент всегда, который кардинальным образом меняет всю нашу жизнь. И когда мы читаем послание, мы читаем историю Иоанна, мы читаем историю Марии, и здесь как бы во всей этой истории мы видим то, что в этом всем сюжете были задействованы разные люди, но ключевой фигурой здесь была Мария, и здесь был Иисус Христос. Интересно, что встреча Марии с Богом кардинальным образом изменила ее жизнь. Она стала женщиной, которая была в эпицентре того, что делал Бог. Ну, представьте, да, тебе является ангел и говорит, что от тебя родится Сын Божий. Ну, это каждый день не бывает, да, такого события. Это кардинальным образом изменило ее жизнь. Она родила Иисуса, понимая, что происходит. Может быть, не до конца она это понимала, но это было что-то особенное. Когда ты живешь с ребенком, которого ты взращиваешь, зная, что этого ребенка ожидает в будущем. Потому что те пророчества, которые были, когда она пришла на восьмой день в храм, все эти события, которые описаны в Ветхом Завете, я думаю, что она многие вещи понимала. Не просто жить каждый день, осознавая, что рядом с ней Господь. Представляете, да? Ну, каждый из нас понимает, у кого есть дети, поднимите руку. У всех есть дети, у меня трое, но они уже выросли. И ты знаешь, когда маленькие дети что-то делают, твоя реакция на все это. Ну, дети есть дети. Я думаю, что Иисус, он не летал над землей, знаете, он был обычным ребенком. И мама его понимала все время, что рядом с ней Господь. Я вообще, я себе представить даже не могу. Ее мысли, ее чувства, ее переживания, ее действия. Да, всякий раз, когда хотелось дать по попе, нужно было задуматься. Какие могут быть последствия? Поэтому интересно, что, будучи на кресте, вот то, о чем вот говорил Олег, да? Олег, о почитании родителей, Иисус, будучи на кресте, в самый такой кульминационный момент своей жизни, Он был буквально за небольшое время до смерти, Он и тогда думал о своей матери, и, обращаясь к Иоанну, Он сказал о том, что теперь это твоя мать, позаботься о ней.
Иисус – это потрясающая личность. Давайте мы с вами прочитаем это место Писания, если вы не против, 2 глава Иоанна с 1 стиха. Здесь написано так: «На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставало вина, то матерь Иисуса говорит ему: вина нет у них. Иисус говорит ей: что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям: что он скажет вам, то сделайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. И Иисус говорит им: наполните сосуды водою, и наполнили их доверху. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпывавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его». Интересное чудо, чудо, которое выпадает вообще из контекста всего, что делал Иисус Христос и о чем писалось в Евангелиях. Но чудо, которое стало интересным посылом таким, который подтолкнуло учеников Иисуса Христа уверовать в Него. Меня нормально слышно или как-то я как-то с перепадами, да? Может, мне такой микрофон взять? Нормально, да? Ну, хорошо. Если что, жалуйтесь, да, мы исправим. Так вот, вы знаете, когда мы читаем это место Писания, интересно, что большинство теологов вот в исторических комментариях склоняются к тому, что это была свадьба именно Иоанна. Я не знаю, как вы, изучали ли вы этот вопрос или не изучали для себя, но так как он слишком хорошо все знал, да? И Мария, вот что интересно, что Мария, она распоряжалась на этом пиру, она не просто сказала: вина у них нет. Она отвечала за эту сферу. Да, если, опять же, я не знаю, насколько вы эти все вопросы изучали, но есть 2 версии, там, каким образом они были взаимосвязаны между собой. Соломия и Завидей, да, были такие люди, знакомые вам, да, вы читали о них в Писании, имели 2 сыновей, Иоанна и Иакова. Соломия была родной сестрой Марии, матери Иисуса Христа. Именно поэтому они были на этой свадьбе. И я не знаю, почему Иисус там был с учениками, но, наверное, такой принцип, да, тебя пригласили, ты с собой берешь всех. Ну, на Востоке так было. Именно поэтому сложно было рассчитать, какое количество людей будет на свадьбе. И, наверное, именно поэтому вино и кончилось. Да? Вот. Но Мария, она отвечала как раз-таки, вот основная масса теологов говорит, она отвечала за напитки. И поэтому она давала распоряжение слугам, и поэтому она обратилась к Иисусу. И само по себе, вот когда мы читаем вот это место Писания, интересный вообще принцип, да, но опять же, я не знаю, насколько вы знакомы с этими темами, но раньше никто на медовый месяц не ездил. Это сейчас у нас свадьба прошла, сели и поехали, ну, у кого есть возможность. Медовый месяц. У кого нет, тот сразу на работу. И тогда никто не ездил в какие-то поездки, в какой-то медовый месяц, но свадьба длилась долго. Обычно в районе недели. И жених с невестой к ним по-особенному относились. Всем хотелось, чтобы они запомнили это время по-особенному. Они были как царь и царица, к которым по-особенному обращались и так далее. Их кружили всю дорогу. Но здесь мы читаем, что в процессе всего этого веселья закончилось вино. Вы знаете, для того времени в Израиле это была катастрофа. Это сейчас, если у тебя гости пришли и все съели, и оно закончилось, в принципе никакой катастрофы.
съели и до свидания. Но тогда, на тот момент, это была катастрофа. Вы знаете, в каждой культуре есть свои особенности. Я когда-то был в Южной Корее, и у них такие правила, что на столе, когда пришел хорошо такой уважаемый человек, на столе должно быть как минимум 25 разновидностей блюд. У меня всегда был вопрос, зачем? Хотя я понимаю, что у нас, в принципе, то же самое. Мы на Новый год там, или на все эти праздники, мы готовим такое разнообразие еды, что потом доедаем ее неделю. Ты ее уже видеть не можешь, тебе хочется чего-нибудь простого, борща праздничного. Поэтому везде есть свои какие-то нюансы, и там тоже были свои нюансы. Представляете, среди свадьбы закончилось вино. Ну, представьте себя на месте гостей, ты взял отгулы на неделю. Пришел на свадьбу, и тут в середине свадьбы катастрофа. И что интересно, что когда мы читаем все вот эти нюансы, Мария идет к Иисусу и задает ему вопрос. И вот знаете, я когда читаю Писание, меня иногда некоторые вопросы ставят в тупик. Я не знаю, как вы, но у меня воображение хорошо развито. И здесь написано, что... И как не доставало вина, то матерь Иисуса говорит ему, вина у них нет. Я не знаю, как бы вы ответили в Одессе, вот как бы вы ответили? И шо? Ну, в Мелитополе так не отвечают. Но в Одессе, наверное, так. Тебе говорят, вина у них нет, и шо нам с того? Ну, нет и нет, их проблемы. И интересный вопрос, вот, ну, извините, чисто женский. Вот вы замечали, что женщины... Они не всегда говорят прямо. Они говорят с намеком. Не все. Ну, конечно. Так вот. Я не знаю, по какой причине Мария пришла именно к Иисусу. Вот волновал вас когда-нибудь этот вопрос? Не, ну мы знаем, кто такой Иисус. Мы-то знаем. Сейчас. Но это было первое чудо еще до того, как Иисус... вошел как бы в свое служение. Причем чудо нестандартное. И Мария приходит к Иисусу и ему говорит об этом. У меня всегда возникал вопрос. Наверное, Мария знала что-то, чего не знали все другие. Наверное, были какие-то в семье у них аномалии в процессе роста Иисуса. Ну, например, когда Иисус праздновал день рождения, собирались дети... Мама, наверное, отведя его в сторону куда-то, просила и говорила, Иисус, только я тебя прошу, пожалуйста, когда будете купаться в бассейне, пожалуйста, купайся, как все нормальные дети, не ходи по воде, я тебя прошу. Или же, когда он делал уроки, а мама готовила еду, и она открывала шкаф, и там вдруг нет муки, и она говорила, Иисус, пожалуйста, быстро сходи в Ашан, купи муки, сынок. И он говорил, мама, я занят, посмотри еще раз. И она открывала тумбочку, и таки мука есть. Может, это не теологические изыскания, друзья. Это даже не версия, это просто мысли вслух. Может быть, поэтому Мария пришла к Иисусу, но я не знаю. Может быть, Иисус исцелял животных домашних, когда они болели. И об этом она тоже знала. Всякое может быть. Но интересна вообще сама формула вопроса. Почему я сказал, что иногда женщины, они задают такой вопрос, который ставит тебя в тупик. Ну, например, да, иногда жена спрашивает мужа, потому что у мужей есть своя крайность. Иногда мужа в доме можно найти по вещам. Да, он зашел в дом и куда-то пошел. И когда ты его ищешь, ну, жена, да, она может видеть, тут куртка, дальше пиджак, дальше там еще что-то там, и, в принципе, нашла. Иногда жена задает такой вопрос, чьи это брюки? Ну, не знаю, меня, например, такой вопрос ставит в тупик и наталкивает на размышления. У меня возникает вопрос на вопрос, а чьи тут должны быть брюки? Или бывают другие варианты, это твои штаны. У меня возникает вопрос,
Если это не мои штаны, тогда чьи это штаны? Тогда вопросы начинаю задавать я. Вот точно так же и в этой ситуации, Иисус, вина у них нет. Поэтому Иисус и говорит, а нам что с того? Мы не пьем, конечно. Простите, да, я забыл об этом сказать. Тема вообще противоречивая. Я понимаю, что тогда вино не пили, ели мармелад виноградный, изюм, урюк и так далее. Это все понятно. Но в данной ситуации там было вино, извините, пожалуйста. Так вот, друзья, в чем суть всех этих процессов, что я хочу подчеркнуть? Я же сюда вышел не о штанах рассказать, да? Так вот, интересный здесь нюанс, что Мария, несмотря на то, что говорил ей Иисус, потому что когда мы читаем в ответ Иисуса, что мне и тебе, Жено, это звучит как-то грубовато, ну, для нас, русскоговорящих. Но на самом деле, когда мы читаем и смотрим, в чем была суть, в этом не было ничего такого странного. Это на самом деле было очень почтительный и ласковый ответ. Иисус сказал, не переживай, оставь это мне, я с этим разберусь. И даже слово «жену», для нас, может быть, мы не используем такого слова, но это слово было сказано с почтением. Именно так Иисус обращался к своей матери, будучи на кресте. Я не буду сейчас заниматься изысканием, да, там, слов и так далее, но здесь есть интересный момент. Мария, обратившись к тем, кто служил на этом пиру, она сказала, все, что он вам не скажет, пойдите и сделайте. В этом есть очень интересная мысль, друзья, и серьезная суть. Сегодня многие люди говорят о том, что они послушны Богу. Каждый из нас может по-своему анализировать эти вопросы и говорить, я послушен Богу. Но вы знаете, что послушание можно измерить. И первое, что я хотел бы, чтобы вы себе где-то там пометили или просто запомнили, что послушание можно измерить. Бог ищет от каждого из нас, друзья, послушание. Насколько сегодня мы послушны? Мы можем говорить о том, что мы послушны, но говорить можно о чем угодно. Но как проанализировать то, на самом ли деле мы делаем то, что Бог нам говорит? Или мы просто так считаем, что мы делаем? Так вот, интересно, что они наполнили водоносы, там написано, до краев. Внимание, вопрос, друзья. Сколько вина они получили в результате своих действий? А? В размере своей веры. Какие еще версии есть? Вопрос вообще не каверзный, я просто спрашиваю. Много. Ну вот. То есть обычно мы так и говорим. Сколько у тебя послушания? Много. Очень много. Я верю, что его много. Друзья мои, тут все очень банально просто. Сколько воды, столько и вина. Никакой высшей математики, никакой кибернетики, никакого там супер-пупер навороченного сверхъестественного ответа. Сколько воды, столько и вина. Сколько послушания, такой результат. То же самое касается нашего даяния, друзья. Насколько мы отдаем, настолько мы и получаем. Что мы сеем, то мы пожинаем. Эти принципы, они работают всегда. И обычно, когда мы говорим о сеянии и жатве, мы говорим о деньгах. Я сейчас вообще не о деньгах говорю. Принцип сеяния и жатвы работает во всех сферах нашей жизни. Невозможно, друзья, просто исповедовать, что ты пожнешь, если ты ничего не сеял. В реальной жизни это не работает. Если мы увидим фермера, который стоит на краю поля, и мы подойдем к нему и спросим, что ты тут стоишь, и он скажет, я верю, что у меня будет потрясающий урожай пшеницы. О, ты посеял пшеницу? Нет, кукурузу.
То есть в лучшем случае мы покрутим у виска, скажем, с фермером что-то не то. Но в христианской жизни у нас это нормальное явление. Мы сеем кукурузу, исповедуем, что будет пшеница. Потому что мы верим, что мы, когда мы исповедуем, вот что-то особенное произойдет. Друзья мои, сеяние и жатва, еще в самом начале Библии там написано, вот день и ночь, помните, да? Алло, здесь, да? Отлично. Ну так, проверка. Так вот, эти принципы, они не прекращаются. То, что ты сеешь, помните, в Галатах написано, не обманывайтесь. Что человек посеет, то и пожнет. В других переводах написано, невозможно обмануть Бога. Но когда мы читаем это местописание, вопрос часто заключается в том, что нас не кто-то обманывает, мы иногда сами себя обманываем. Поэтому вопрос послушания очень важен в нашей христианской жизни, друзья. Насколько ты учился, такую оценку ты и получил. Добро пожаловать в реальность. Поэтому насколько мы сегодня послушны Богу, мы можем говорить что угодно, но наше послушание измеримо. Насколько ты готов делать то, что Бог тебе говорит сегодня? Настолько Бог будет тебе и доверять. Слышите, да? Насколько ты готов делать то, что Бог тебе говорит, настолько Бог будет тебе и доверять. Потому что сегодня мы впечатляем обычно тех, кто рядом с нами, такими словами. «Мне Бог сказал». Услышать то, что говорит Бог, несложно. Сделать то, что говорит Бог, гораздо сложнее. Потому что чаще всего, когда говорит Бог, Он говорит вне того контекста, который подразумеваем мы. Мы часто Богу ответы даем на выбор. То есть мы Его о чем-то попросили и тут же предложили варианты ответов, которые устроят нас. Но вы знаете, я не знаю, как у вас, но в своей жизни я заметил, что Бог чаще всего отвечает не так, как я себе даже мог придумать. Причем гораздо проще, чем наваял я. Поэтому нам хочется от Бога много. Но Бог не глупый, друзья. Он знает, кому доверять и насколько мы готовы, чтобы Он нам доверил то, что мы просим, чтобы Он нам доверил. Открою вам простой секрет. Вот иногда люди, верующие люди, они подходят и говорят, я молюсь, Бог не отвечает. Я начал задумываться, почему Бог так часто не отвечает на молитвы. И вы знаете, какой я получил для себя ответ? Что нет, это тоже ответ. Потому что обычно для нас ответ от Бога – это да. На нашу просьбу. Но когда Бог говорит нет, 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 нам кажется, что это не ответ. Это так, эхо, ошибка, молчание, отсутствие реакции. И мы иногда начинаем включать в такие моменты, «Господи, ты меня не любишь!» Ну, как в детстве, да, наши дети. И мы говорим, «Сейчас мы тебе покажем, как мы тебя любим». Так вот, «нет» — это тоже ответ. И иногда, или даже, может быть, зачастую, ответ «нет» – это проявление Божьей любви и заботы о нас. Потому что часто мы просим о том, чего сами не знаем и не понимаем, и мы не знаем, как дальше будут развиваться события в нашей жизни. Вот почему ответ «нет» иногда – величайшее благословение во Вселенной. Бог защищает нас от нас. Аллилуйя.
Поэтому иногда у нас в жизни бывает такое, мы сами себе такого напридумаем, что потом разгрести не можем. Это как со свидетельствами, знаете, я читаешь иногда свидетельства, и все такие, аллилуйя, такое чудесное свидетельство. А у меня вопрос возникает, ты вообще как туда залез изначально? Ну, может, я такой. И я думаю, как ты попал в эту проблему? Это слава Богу, что Бог тебя вытащил. Но как ты изначально туда влез? Друзья мои, благословение может быть серьезным испытанием для многих из нас. Пока у нас ничего нет, нет и искушений. Понимаете, да? Поэтому Бог учит нас послушанию на мелочах. Мелкие такие вещи, ну, например, десятина. Вот такая мелкая такая вещь. Господь говорит, вот десятина – это не огрызки от всего, да? Это начатки. И суть не в том, что Богу как-то вот ему материально надо помочь. И мы себе думаем, помочь ли ему материально нашей десятиной, или все-таки оставить ее себе. Все зависит от того, насколько Бог находится в послушании. Друзья мои, но десятина – это проверка для нас. И когда приходят нам на руки деньги, знаете, я это откровение получил давно, когда мне было 19 лет. За все эти годы меня так никто и не переубедил. И знаете, в чем фишка? Что в переводе с греческого «мудрость». В том, что ты отдаешь вот все, что тебе пришло в руки, ты первое отделяешь для Бога. Этим самым ты показываешь, кто является источником всего в твоей жизни. Кто является Господом твоей жизни. Горсвет? Горгаз? Или тетя Софа, которая тебе сдает квартиру? Кто является Господом твоей жизни? Это проверка, определенная, мелкая, но проверка. С этого все начинается. С этого начинается наша математика жизненная, финансовая. С этого начинается порядок в нашей жизни. Если мы в этом не можем быть в порядке, то что говорить о следующем? Если в этом Бог не может нам доверять, то как нам доверит Он что-то еще? Вы понимаете, да? Это всего лишь одна сфера нашей жизни. Мы пытаемся Бога впечатлить своей верой, хотя вера – это дар. Но не всегда мы впечатляем Бога своим послушанием, хотя это наша ответственность. Некоторые говорят, у меня мало денег, будет много, я отдам десятину. Это все равно, что фермер, опять же, на краю поля, который говорит, я верю, у меня будет крутой урожай. Классно. Ты посеял что-то? Нет. Я верю, что когда у меня будет классный урожай, я посею. Ну, в реальной жизни это... Такие фермеры не выживают. Но в христианстве у нас это нормальное явление, у нас все очень чудно. Поэтому Мария была послушна тому, что сказал ей ангел, поэтому Бог благословил ее и использовал для спасения всего мира. Второе, что я хотел бы подчеркнуть, друзья, не только то, что послушание, оно измеримо, но и то, что послушание – это радостно. Когда мы послушны Богу, это радостно, друзья. Не от того, что мы что-то получаем, радость приходит, а от того, что мы делаем то, что Бог нам сказал. Это классно, потому что это отношение с Ним. Господь через наше послушание берет самые незаурядные вещи и делает с ними чудеса. Каменные водоносы в этой ситуации. Скажите, пожалуйста, кто обращал внимание на эти каменные водоносы? Вот кому они 300 лет нужны были? Никому. Их использовали просто в ритуальных омовениях и так далее. Вот они там стояли из года в год, из поколения в поколение, и никто особо
як то кажуть, не переймався цими водоносами. Они себе стояли и стояли. Но тут появился Иисус. И Он берет самые обычные, привычные вещи, на которые мы не обращаем внимания, и через наше послушание может сделать с ними потрясающее чудо. Как я сказал уже, каменные водоносы использовались в религиозных целях. Никто не обращал на них внимания, пока Иисус не начал их использовать. Эти кувшины, если хотите, стали центральной темой свадьбы. Ну, помимо жениха и невесты, конечно. Вино было уникальным. Вино было с неба. Я понимаю, что об этом в церкви не очень надо говорить. Но если об этом говорит Писание, я думаю, что если я немножко так обмолвлюсь, это не великий грех. Так вот, есть много верующих людей, чья жизнь, как эти церемониальные кувшины. Никакой радости. Одна религиозная рутина. Помолился, почитал, пришел, ушел, сделал, не сделал. Но тут появляется Иисус. И когда ты сталкиваешься с Ним лицом к лицу, Бог берет самые простые, незаурядные вещи и делает в нашей жизни потрясающие чудеса. Хочу дать тебе совет. Делай то, что скажет тебе Иисус. Это кардинальным образом изменит твою жизнь. Это простые слова. Ты, может быть, скажешь, ну, ничего ты такого нового нам не сказал. Делай то, что скажет тебе Иисус. Звучит легко. Звучит привычно. Звучит традиционно. Делай то, что скажет тебе Иисус. Но, друзья мои, это ключевая тема всей нашей жизни. Нам иногда кажется, что то, что говорит Иисус, слишком банально. Нам кажется, то, что говорит Слово, для нас сегодня неприемлемо. Нам кажется, что это не сработает. Нам кажется, мы думаем. Кто вменяемый мог поверить, что вода превратится в вино? И если бы Иисус стоял и говорил, да вы наливайте, сейчас вы увидите чудо. Почему Мария сказала, вот все, что Он вам скажет, сделайте, все. Как бы это ни выглядело банально, как бы это ни выглядело странно, как бы это ни выглядело маразматично, сделай то, что говорит тебе Иисус, потому что это изменит кардинальным образом всю твою жизнь. Друзья, я как пастор хочу, конечно, чтобы люди в церкви переживали чудеса, чтобы люди в церкви были наполнены радостью. Но это происходит не просто от какой-то религиозной рутины, это происходит от живых, реальных отношений со Христом, от реального послушания в том, что говорит нам Иисус. И знаете, что парадоксально, что иногда в церкви ты видишь, что люди делают какие-то шизофренические вещи и говорят, нам Иисус сказал. И ты думаешь, неужели Иисус такое мог сказать? И это кажется нормой. Но простые вещи, которые написаны здесь, нам кажутся иногда шизофреническими. Простые вещи, которые не нуждаются в суперчудесах. Вот мы говорили сегодня, почитай отца и мать. Что в этом такого супернавороченного? Ничего. Но это простые вещи, которые нужно брать и делать. Иисус говорит о прощении. Легко прощать? Нелегко. Нам проще что-то чудануть. Понимаете, вот это впечатляет. О, зачудил брат или сестра. Вот это чудо. А простые какие-то вещи прощать, любить, благотворить, заботиться, служить. О, это слишком просто.
это никого не впечатляет. Позвольте мне сказать, друзья, это как раз-таки впечатляет. Мы иногда пытаемся Бога впечатлить Его же чудесами. Когда мы чудим, без тормозов. Вместо того, чтобы впечатлять Бога своим послушанием в том простом слове, которое Он нам сказал исполнять, потому что в этом есть жизнь и благословение. Тогда простые водоносы, для некоторых читаем Библию из года в год, из года в год, и нам эта Библия как каменные водоносы, которые стоят в углу. Церемонии, правила на правила, принципы на принципы, и как бы, ну, я уже тут все знаю. Друзья мои, слово должно стать плотью. Оно должно стать частью нашего естества. Для нас это должно стать нормой нашего бытия. Каждый принцип, который заложен здесь, потому что это впечатляет Бога, и это впечатляет нормальных людей. Вы знаете, что больше всего сегодня отталкивает людей от церкви? Наша странность. Мы ведем себя как верующие, но не живем как верующие. Поэтому это важные принципы, друзья. Простые, банальные вещи в нашей повседневной жизни. Последний нюанс, который хотел бы я подчеркнуть, друзья, это то, что послушание – это ключ. Послушание – это ключ. Это ключ к исполнению желаний твоего сердца. Первое чудо Иисуса Христа, обратите внимание, почему меня это чудо впечатляет, друзья? Потому что первое чудо Иисуса Христа было не исцеление, не воскресение из мертвых. Это бы впечатлило нас больше. Почему первое чудо Иисуса Христа настолько противоречивое, что до сих пор все христиане спорят? Что этим хотел сказать Иисус? Так пить или не пить? Вот в чем вопрос. Это все, что мы видим в этом чуде. Но вы знаете, какой сферы касалось это чудо? Он просто спас новую семью от позора. Он благословил молодую семью в самое важное для них время. Представьте себе, молодая семья. Семья, которая, вот они женятся, и у них катастрофа, вино кончилось. Это для нас кончилось и аллилуйя. Меньше пить будут. Больше святости. Но для них это была катастрофа. И вы знаете, как бы вспоминали эту семью всю их жизнь. А это та Люся с Васей. Какие Люся с Васей? Ну, у тех, что вино кончилось на свадьбе. А, да. Ой, несчастные. И всю жизнь до самой глубокой старости Люсю и Васю вспоминали бы о том, что у них вино на свадьбе кончилось. И детей, и детям бы рассказывали новые версии этого триллера. Но Иисус, друзья, нам порой кажется, что Бога не волнуют такие вещи в нашей жизни. Он не обращает внимания на всякую ерунду. Мы остаемся один на один с такими проблемами, и дьявол нам шепчет в уши: не молись за исцеление, не обращайся к Богу, потому что это эгоизм. Не надо Богу надоедать. Друзья мои, каждое чудо – это благословение не только для тебя, но и для окружающих. Бог хочет нас благословлять. Он не против, чтобы мы просили Его о помощи. Бог благословит тебя гораздо больше, чем ты сам себя благословишь, если ты дашь Ему возможность тебя благословить так, как Он хочет благословить. Почему? Отвечу. Спасибо, что задали этот вопрос. Потому что Бог богаче нас, друзья. Да? И Бог любит нас больше, чем мы сами себя любим. Вот почему некоторые говорят: как это умереть для себя, как это? Да умри ты уже.
потому что при своей жизни ты сможешь любить себя гораздо меньше, чем после твоей смерти Бог будет любить тебя. 36-й Псалом, 4 стих написано: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Аллилуйя! Слушай Господа, и Он совершит чудо в твоей жизни, и это будет благословением для тебя. Послание к римлянам, 8 глава, 32 стих. Там написано так: «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего». Вы знаете, что наше все отличается от всего Божьего. Потому что когда мы молимся: «Господь, я посвящаю тебе все», это редко говорит о том, что мы отдадим ему все. И когда он начинает касаться каких-то сфер нашей жизни, мы говорим: минуточку. А что это мы тут делаем? Ну ты же только что молился, я отдаю тебе все. Все да не все. Так вот, когда Бог говорит все, это значит все. Это все. Аллилуйя. Короче, вы поняли, да, мне уже пора заканчивать. Знаете, когда Иисус говорил матери, почему я должен об этом заботиться, один из комментаторов перевел это так. Иисус говорит: они не принимают меня тем, кто я есть, и не приглашают меня в свою ситуацию, потому что они не знают, кто я такой. Но когда ты знаешь, кто такой Иисус, и у тебя есть ситуация, пригласи его в свою ситуацию, зная, кто он такой и что он может сделать. Сегодня у каждого из нас есть разные нюансы в жизни. У каждого из нас есть сферы, которые проблемные. Я верю, что Бог, Он может творить чудеса, и Он хочет творить чудеса. И сегодня как-то все служение, оно двигалось в этом направлении. Мы не согласовывали, о чем там я буду говорить, или что будет происходить на служении. Признай Иисуса тем, кто творит чудеса, кто способен взять самые незаурядные вещи и сделать что-то особенное. Знаете, может быть, ты считаешь, что ты похож на этот сосуд каменный, а тебе уже давно забыли. И ты вроде как в теме, ты что-то делаешь в Царстве Божьем, ты как-то там что-то суетишься. Но Бог может взять каждого из нас, друзья, и использовать по-особенному. Не надо недооценивать то, что Бог может сделать через тебя. Более того, друзья, важно, чтобы мы понимали, что Бог призвал каждого из нас не только для того, чтобы нас благословить, но Бог призвал каждого из нас, чтобы сделать благословение. Это другой уровень. Когда Бог говорил Аврааму: пойдем со мной, я благословлю тебя. Это одна грань. Но потом Бог сказал: и я сделаю тебя благословением, и в тебе благословятся все народы. Что такого грандиозного сделал Авраам? Он просто поверил Богу, и от него родился сын обетования. За 20 с лишним лет. Не так уж и много. Но он стал благословением. Может быть, ты считаешь, что ты не так много из себя представляешь, но Бог может взять каждого из нас, друзья. Не просто благословить нас, но сделать нас благословением. Я хочу быть благословением. Я не хочу всю жизнь циклиться на том, чтобы быть благословенным. Мы и так имеем гораздо больше, чем мы можем себе представить.
Самая большая ценность, которую мы имеем, это Христос, который в нас. Бог, который творит чудеса. Давайте помолимся пару минут. И просто открой свое сердце для Бога. Позволь Ему сделать чудо в твоей жизни. И позволь Ему использовать тебя, чтобы сделать тебя благословением для тех, кто находится рядом с тобой. Господь, мы благодарим Тебя и поклоняемся Тебе, что Ты приходишь, Господь, иногда в такие ситуации, в которых мы бы даже и не думали о чуде. Как это было в Кане Галилейской. Но там, где Ты, Господь, там всегда особая атмосфера. Там, где Ты, там всегда есть чудеса. Там, где Ты, там всегда есть Твоя забота, любовь и внимание к каждому человеку. Господи, Ты знаешь нашу жизнь. И мы благодарим Тебя, что Ты благословил нас особым благословением. И мы имеем все необходимое для жизни и благочестия. Господи, мы просим Тебя, чтобы каждый из нас сегодня стал благословением для тех, кто окружает нас, для наших семей, для наших домов, для этого города, для этой страны, Господь. Пускай Твоя милость, Господь, движется не только в нас, но и через нас. Великий Бог, мы хотим, чтобы наше послушание Тебе стало основанием Твоего доверия нам, чтобы Ты мог использовать нас, Господь, и принести благословение в жизнь многих и многих людей. Мы просим Тебя, наш Небесный Отец, во имя Иисуса. Аминь. Большое спасибо.